сегодня. Земля потрескалась немножко. Бутылка из-под рома. Здесь были пираты. А здесь мелко особо делать нет. Ух ты, есть. Да. Короче, на скилл клюет. Я с карпятником разговаривал. Он тут сидел и бросал оттуда сюда как раз. Говорит, что типа как раз, говорит, когда возле корня ложу аккуратно. Говорит, тогда и поклевки проходят, да, нормальные. Сошел. И здесь я смотрю, вот я чувствую перепад хороший такой. Как обрывчик небольшой. Да, 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 я же говорю, мы сейчас, если тут, ну, херово будет, перейдем в ту сторону. Там коряжник. Вот там окунь еще будет такой. Неплохой. Ну, как бы. Я тут удовольствие получаю. Прям в береге. Угу. Тыкает чуть-чуть. Ах ты собака. Блин, слышно хорошо. Нравится мне. По палочке так тунь. О, перекрутил аж силикон. Офигеть. Так как так произошло? Ага, понятно. Я еще добрал вот тут жирники, который у меня был тогда на ластрах. Они один срезал, один остался, я еще два докупил. Тоже попозже попробую. Чисто по крупнячку. Есть поклевка. Пошли туда на гадку. Он в коряжнике стоит. Да ну, блядь, две поклевки такие нормальные оба. И этот, и тот был неплохой. Так, ну что, садок тоже. Потому что не кукан и садок будет.
наклад нанести. О, это веселый. Да. Хороший судачок. Да. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Спокойно. А где подсак? О, сюда, да? Да, да, судачок. А ну-ка. Только бы не сошел бы. Вообще было бы нормально. А вот он уже здесь. Хороший. За полторашку. Да, это уже приятный. Надо тебя поменьше. Есть. Уже нормально. Первый заброс. Да. Да, первый заброс и сразу, сразу нормальный судак. Вот такой вот силикон. Фирма. Вспомнить бы, как она называется. Фирма, короче. Excellent. Вот ну, короче, Фишенхроевская фирма. Харьков делает. Пародия Кайтеча. Да, это пойдет уже. Да, это она придется на куклану цеплять. Хотя, в садок, я думаю, похер. Ну, я что там. Зачетик. Дал жару. Я же говорю, такая точно же фигня. Вроде как коряга. Я ее типа перетаскиваю, а не падает силикон. Жду, 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 начинаю тянуть, а он уже возле меня практически. Интересно достаточно. Мальчик работает. Вот так вот. Все, все как бы работает практически. Лишь бы ему нравилось примерно хотя бы по игре. Тихо, тихо. Вот от судака как бы слизи нет никакой. Соответственно, там либо сон был, либо реально что-то белое, но только в рот взявшее. Белый какой-то судак. Судак, судак. Есть. Веселее. Набоил жеваный. Да. Прям в пузе есть поклевка. Да. Да. О, хороший окун. Слушай, мы только не начали говорить. Ну так я ж тебе говорю, что надо обстучать тут хорошо, тут место хорошее. Вот такое вот. Зачетный. Грамм 300, нормальный окушок. Сейчас я приду. Давай. Только подумал, да, об этом. Посмотрел место, место понравилось. Решил поставить Микмауса. В принципе, он себе показал как по окуню, так и по судаку неплохо. Ну и вот с первой проводки на Микмауса вот такой вот окушок хороший. И это. Да! Ну жаль, что я по-любому
по-любому знаю, что он должен на Мехмау собрать. Вот нравится ему почему-то. Чем не знаю, но нравится. Да. Вот такой вот бигфиш мне попался. Что это, даже ума не приложу. Похоже на какого-то бычка. И на судака, фиг поймешь. Может, малек судака какой-то. А я думаю, понял, пошло как-то не так. Сопротивление. Да, сопротивление пошло. С поклевочкой, как положено. Вдоль дерева вот так бросаю, он там где-то. Я и судаков ловил тогда, там же. Пробирались мы сквозь гряду камышей, чтобы обойти вот сюда. Здесь есть замечательный коряжник. Мы сейчас к нему попробуем выйти, половить рыбу. Фу, ужасно. Местами, ой, опять засасывает. По колено местами засасывает. Придется обходить подальше место это. Кабанчики ходили. Видно, ребята, кабаньи следы. Ой, затягивает. Ну, чтобы вы понимали, вот следы мои. Проваливался в грунт. Здесь вода упала. Вот такое плато образовалось сухое. Земля потрескалась немножко. Бутылка из-под рома. Здесь были пираты. Так, здесь придется пойти по заборчику. Поэтому вот так вот аккуратненько. Так, ну здесь мелко. Я говорю, здесь мелко, особо делать нет. Ух ты, есть. Да. Ложь, нормально все снималось. Щука. Такая гром. 700. Тихо. Черная. А я ее сейчас опущу. Тихо. Не ругайся, подожди. Ну вот она, я жду, тут на меляках все стоит. Малька подъедает. То он мой прыгает. Ну, черная щука уже. Да. Я ее сейчас выкину. Давай. Надо было, знаешь, чтобы она шлеп дала. Она сейчас даст. Да, только мы об этом уже не узнаем. Я просто запереживал, что она мне сейчас тут шлейф даст. А? Я просто запереживал, что я сейчас, если ближе подойду, то я тут утонуть смогу. А. Похоже. А? На судака было похоже. Не, окунь. Да, это такой. Уже и поинтересней. Ну, понадеемся на это. Ну, вот такой вот. Окушок взял, прям заглотил по самой небалу. Приманка Микки Маус. Мик Маус, точнее. Так, то что. Так же примерно плюс-минус. Да пока не беру. Попозже. Попозже возьму. Я из-за сома сюда ехал, не из-за карпа. Сом есть.
Не. Давай. Судачок. Да.